На тот свет появился один маленький, замечательный, хороший человечек, как вот так мы думали. Маленький, очень маленький. Он придумал Мелитопольскую лигу КВН. Все было хорошо, все было замечательно, но этот человек, ну, немножко, скажем так, зажрался. И как-то все пошло не так, как-то все развалилось. И потом, спустя несколько лет, появился еще один человек. Он, конечно, не маленький, но худенький. Его зовут Николай. И вот с того момента появилась Мелитопольская открытая лига КВН. 7 лет мы дали для вас веселье, дорогие друзья, аплодисменты! Итак, помните, давайте все-таки отдыхать по поводу этого. Фестиваль Мелитопольской открытой лиги КВН открыт! Команды, позвольте представить команды, которые находятся сейчас на сцене. Красиво! Напоминаю, дорогие друзья, тема фестиваля Мелитопольской открытой лиги КВН назван довольно-таки хорошо и пафосно. Сезон удачи. Мы очень просто надеемся, что именно этот сезон будет гораздо лучше, чем прошлый, хотя, в принципе, тоже было нормально. Приедет много интересных, замечательных команд, много нового, прикольного юмора. И они достойны ваших аплодисментов. Встречайте! Команда из города Запорожья, Лихие Пути. Поближе выходите, не стесняйтесь. Далее. Команда факультета экономики и бизнеса Таврического государственного агротехнологического университета «Шопи-Мачо».